Раз. Здравствуйте, друзья. Рада вас видеть. И сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой вышедший перед самым Новым годом двухтомничек «Подгоняя судьбу». Название его не случайно, потому что красной нитью через все стихи, какой бы главе они ни относились, проходит время. Прошлое, настоящее, будущее, каким мы его видим, ощущение времени вокруг нас и ощущение времени в нас самих. Я очень благодарна Людмиле Малинке за превосходное оформление книг. Признательна издательству «Инновация», которая во втором томе, где много стихов о картинах, сделала эти картины в великолепном качестве. Вот. И признательна Лилии Безуглой, это профессор Харьковского национального университета, за предисловие к этой книге. Ну и мне очень престижно, что у нее вышло два тома трехтомного учебника по стихосложению, и мои стихи там фигурируют в качестве примеров. Вот. Ну а что касается этого двухтомника, я вам покажу по несколько стихотворений каждой главы, чтобы вы имели представление о том, чем эта книга наполнена. И начинается она с главы «Я помню». Эта глава посвящена войне, прошлой войне. Потому что в прошлом году было 80 лет с начала Отечественной войны. И, конечно же, обойти эту тему было просто невозможно. Поэтому она и открывает эту книгу. Ну и несмотря на пандемию, на наше с вами такое изолированное существование, тем не менее были встречи с ветеранами, были воспоминания, многие из которых легли в основу стихов. Ну и кое-чем я с вами поделюсь, остальное почитайте в книге. В книге, конечно, в каждой главе очень много всякого, она наполнена, я представлю очень-очень коротко. Война не спряталась, война не кончилась, увы, а спряталась на время и стала вечной мерзлотой во взглядах стариков. И дед частенько по ночам вел разговоры с теми, кто на нелегком том пути с ним вместе бил врагов. Какую разговор, где оплачены ценою, во снах сворачивалась кровь от дыма и огня. И утром, утерев слезу тяжелую рукою, дед говорил: «Спасибо, друг, за то, что спас меня». Он шел к буфету, наполнял до края горькой стопку и, продолжая разговор, как бесконечный бой, краюху хлеба отрезал. «Спасибо, друг мой Степка, за то, что снова были мы плечом к плечу с тобой, за то, что дать смогли отпор бесовской силе вражьей, за то, что ты не отвернул в атаке лобовой. И если встретимся с тобой на небесах однажды, как мне тебя благодарить за то, что я живой?» Он замолкал, и мир вокруг окрашивался болью, как будто дед свою печаль ему адресовал. А в стопке, в
дедовой руке мешалась горечь с солью, но он скользящую слезу уже не утирал. Степка, Степка, дружок мой старинный, как мучительно чувство вины. Мы с тобою дошли до Берлина, по суровым дорогам войны, похлебали солдатскую кашу, до последнего бились с врагом, что отечество милое наше беспощадно топтал сапогом. Но фашисты нас не устрашили, вот и в подписях наших рейхстаг, сколько, друг, мы с тобой пережили и своих немецких атак. Выживали, друг друга спасая, хоть сердца выгорали дотла. Почему же 10 мая вражья пуля тебя догнала? Разве мы не изведали беды на ухабах военных дорог? Почему ж после нашей победы от врага тебя не уберег от фашистской натуры звериной, что стреляет и после войны? Если б знал ты, дружок мой старинный, как мучительно чувство вины. Друг предложил мне, а давай пойдем к развалинам, чтоб фрицев увидать. Там разбирают разбомбленный дом, и в пленных можно камни покидать. Ты это хорошо придумал, брат, фашиста стукнуть камнем буду рад. Давай устроим гадам камнепад, когда увидим вражеских солдат. Мы подошли, и друг сказал: взгляни, фашисты дожидаются камней. Но были бездорожными они, и это означало: мы сильней. Была атака другом начата, он торопил: кидай скорее, ну! Но я внезапно понял: никогда я в безоружных камня не метну. И не был мной тогда обстрелян враг, и я ушел, не ввязываясь в бой. Дружок кричал мне в спину: ты слабак! А я считал, что правота за мной. Ну, говоря о войне, я, конечно, не могла не затронуть тему Холокоста. И вот вчера у нас был день памяти жертв Холокоста, и я вам представлю несколько стихотворений из этого цикла. «Дорога в гетто». Сынок, когда тебе передадут мое письмо, меня уже не будет. Нас гонят в гетто, за черту ведут, как будто мы всего лишь скот, не люди. Толпа вся в зимнем, хоть сейчас тепло, нам разрешили взять с собой одежду, и это дарит слабую надежду, что в гетто пережить возможно зло. Среди нас полно детей и стариков, им тяжело идти, не отставая, на них кричат и в спины их толкают, а старики похожи на быков и тянут ноги, будто тянут плуг, при каждом слове поминая Бога. На лицах и усталость, и испуг, изматывает долгая дорога, пугает неизвестность впереди и окрики картавые конвойных, а сердце разрывается в груди от мыслей безотрадно беспокойных. Хотя какие мысли у скота, а быть людьми уже не удается. И что в неволе делать остается, когда у нас свобода отнята? Сынок, когда мы вышли со двора, ко мне собака рыжая ласкалась, лизала руки, тельцем прижималась, как будто понимала, что пора проститься навсегда. Потом она за мной бежала, непрерывно лая, то ли провожая, то ли отпуская. Она была, наверное, голодна. Найди ее, мой мальчик, накорми.
она людское в нас оберегала. Она была одна, кто помогала идущим ощущать себя людьми. Прощай, родной, мы перешли черту. Люблю тебя и в мыслях обнимаю. Прости, что странной просьбой донимаю. Найди и накорми собаку ту. Вы реагируете как-то. Учительница гетто. А в гетто тесно, и детей не счесть. Я им даю французского уроки, хотя все меньше жизни нашей сроки, а дети голодны и просят есть. Я-то даю им на дом, а сама зачем учеба им не представляю, но, к сожалению, ясно понимаю то, от чего легко сойти с ума. Там, за оградой, выкопали ров. А это значит, все в него мы ляжем. Как по-французски смерть еще не скажем. Не знают дети всех французских слов. Пусть с уст моих срывается мольба, пугают грустных глаз немая птаха. Но дети не должны изведать страха, какой бы краткой ни была судьба. Учу их, о себе шепчу, пойми, их всех убьют. Неужто ты не видишь? Но будьте добры. Но на французском, русском и на идиш учу их быть хорошими людьми и нахожу для этого слова, осознавая все, что завтра будет. Ученики малы, но это люди, в отличие от тех, кто ждут урла. Мне позвонила Елена Ивановна Швец-Васина и сказала: посмотри фильм «Песня имен». Наверное, ты на него откликнешься. Я посмотрела и рекомендую вам всем его посмотреть. Это тяжелый фильм, но он стоит того, чтобы его посмотрели. Мы видели. Для евреев, умерщвленных в Треблинке, самое страшное было погибнуть всей семьей, ибо в этом случае после них некому было бы прочесть кадиш, поминальную молитву. Чтобы запомнить имена всех убитых там, раввины положили эту молитву на музыку, и с тех пор ежегодно эта молитва исполняется ими, они сменяют друг друга, исполняя эту молитву, потому что имен так много, что она длится 5 дней. Дни? 5 дней. Кадиш, песня имен. Музыкант на сцену вышел и смычком струны коснулся. И мелодия слезами потекла в притихший зал, что от горечи напева, как от боли, содрогнулся. Перед публикою кадиш поминальный зазвучал. Устремились к сцене взгляды, преисполненные муки. Проносились пред глазами горе, ужасы, война. И сердца рвались на части, и сочились кровью звуки. Выговаривала скрипка всех убитых имена. Аарон, Авдей, Иосиф, Авраам, Адам, Нехама, Соломон, Ревекка, Ицек, Фейга, Циля, Даниэль, Ева, Дина, Габриэла, Сара, Мирели, Рухама, Фрида, Хана, Майя, Бейла, Далия, Сигаль, Рахель. Скрипка плакала, стонала,
от отчаяния кричала, словно силясь достучаться до небесного Отца. И внезапно ясно стало, у молитвы есть начало, но имен погибших столько, что молитве нет конца. Браво! Спасибо. Ну, а теперь мне хочется пригласить к инструменту Леночку Ломакину, и она исполнит. Что? Разлучница война, автор слов. Я ее пою. Людмила Витальевна Красовская. Ты поешь другую, а это Леночка. Главе собраны стихи
о времени, в котором мы живем сейчас. О том, как мы себя в нем ощущаем. 35-летию со дня Чернобыльской аварии. Как часто беда делит общество наше на части. Одни норовят, что есть силы с бедою сразиться, другие зато ищут выгоду в каждой напасти, при этом легко умудряются обогатиться. Как часто беда обнажает все то, что сокрыто в глубинах души, и надетые маски срывает, и кто-то бежит, спотыкаясь, поесть скрыто, а кто-то свое отдает и чуть другого спасает, не жаждая славы и льгот, ни сейчас, ни в дальнейшем, не думая, что отдавая, являет беспечность. На помощь прийти для себя он считает важнейшим и знает, что главное в каждом из нас – человечность. Как часто потом, когда время беды миновало, о нем забывают, мусоля лишь скорбную дату. Наверное, все-таки в нас человечности мало. Наверное, все-таки совесть у нас бедновата. У меня есть цикл писем Горацию. Я не знаю, закончится ли он когда-нибудь, но вот какие-то новые события вдохновляют на продолжение этого цикла. Вот одно из стихотворений. Гораций, я опять тебе пишу, хотя на письма ты не отвечаешь. Мне кажется, что ты так много знаешь, что у тебя я мудрости прошу. Ты сочинял и не жалел чернил, но быть секретарем не согласился. На вежливый отказ твой Август злился, но ты самостоятельность ценил. Гораций, я бы хотела, чтоб и мы, подсильных, никогда не прогибались, подачками властей не утешались, у МВФ не брали бы взаймы, чтоб не порвать от напряжения жил, дружил бы нам с Европою и НАТО. Я помню, так дружил ты с меценатом, и ключевое слово здесь «дружил». Служа Октавиану, ты не льстил, и жизнь в деревне почитал за счастье. Гораций, хорошо б и наши власти ты мудростью такой обогатил. Но наш правитель, видно, не дорос до разделения истины и фальши. И я б спросила, что нам делать дальше? Но это риторический вопрос. Браво. В Европе я бывала много раз. Да, там гораздо лучше, чем у нас, какую ни возьми для жизни сферу. Там города пленяют красотой, и можно поучиться жизни той стран европейских, следуя примеру. Ценю я их достаток и покой, но постоянно хочется домой вернуться, когда там я пребываю. И пусть у нас непроходящий мрак, и все, что можно, сделано не так. Пусть я на скудной гривне выживаю, но наши, словно скатерти, поля, родная хлебосольная земля, и даже посвист птиц в пространстве горнем в другой стране мне не позволят жить. Меня, увы, нельзя пересадить, а можно только вырвать вместе с корнем. Глава, где собраны стихи философской направленности. Опа. Чтоб лампа солнца не погасла. Такая знать у нас природа, что перец
любим больше меда и сыплем в кофе, мясо, суп. Мы свыклись с горечью, как видно, и перец смотрится солидно, и повар на него не скуп. Мечтаем мы о жизни сладкой, когда стабильно все в порядке, семья, работа, дом, покой. Мечты мечтами, а на деле, когда и что бы мы ни ели, все держим перец под рукой. Привычка дивная, однако. Так вот зарыта в чем собака, вкуснее с пряностями жить. А может, перец сыплем всюду, чтоб помогло любое блюдо нам горечь жизни заглушить. Когда среди полной тьмы, не зная, куда брести на ощупь, искала я какую-нибудь аллею, ты свет увидал во мне и слезно просил: «Свети!» И просьба твоя меня заставила стать сильнее. Я знала, в твоих словах особого смысла нет. Лучи, что увидел ты, являлись большой загадкой. Но ты утверждал, что я вовне излучаю свет. И я ощутила боль внезапную под лопаткой. То крылья росли, но я не смела еще летать, боялась, что не смогу тебя довести до цели. Тобой сочиненный свет не мог впереди блистать. Похоже, нам не достичь того, что давно хотели. Я зернышко, я росток, во мне не хватает сил. Тебя за собой вести, наверное, очень сложно, но бросить тебя нельзя. Ведь ты посветить просил, и я продолжала путь нащупывать осторожно. И все-таки мы дошли средь адовой темноты, а значит, по силам нам идти по дорогам дальним. И я ощутила свет, который придумал ты в душе моей в этот миг, действительно стал реальным. Когда время придет взвесить душу мою в небесах, и на стрелки весов строго глянет уставший Господь, я почувствую вновь застарелый, удушливый страх, что хотела бы, но никогда не могла побороть. И страшат не грехи, совершенные здесь, на земле, а извечный вопрос, на который не найден ответ. Я представить боюсь то, что стрелка замрет на нуле. Это значит, в душе ничего человечьего нет, потому что ничтожны и безрезультатны дела, а слова даже в рифму успели совсем измельчать. Бог, взглянув на весы, тихо спросит: «Да чем ты жила?» И мне нечего будет на этот вопрос отвечать. Глава родным и друзьям, я думаю, не нуждается в комментариях. Мы с папой скользили на лыжах по сонной тайге. Мы с ним прогуляться по зимнему лесу любили. Снег хлопьями с веток слетал при любом ветерке и нас обдавало холодной искрящейся пылью. В тени снег синел, уплотнялся, почти не блестел и чем-то похож был на стеганое одеяло. Зато на свету он лежал ослепительно бел, как будто ему превзойти жемчуга предстояло. Отец шел вперед, оставляя конфеты в снегу. Я эти конфеты в цветастых обертках любила
Если казалось, что дальше идти не могу, подарки отца укрепляли угасшие силы. А дома, повесив сушиться промокший костюм, изрядно устав от прогулки и долгого бега, я рада была, что воскресный денек не угрюм, а полон веселья и солнца, мороза и снега. Мне так не хватает погрязшей в сугробах зимы, а память о детстве отцовской любовью согрета. И снится тайга, и по снегу скользящие мы, и возле лыжни мне отец оставляет конфеты. Той армии папа всю жизнь посвятил. Хоть праздник армейский не чтим в эти годы, он память о прошлом во мне пробудил. Тайга, Сахалин, ухудшение погоды пророчат синоптики. Папа скорей машину берет в неподдельной тревоге, спешит подобрать незнакомых людей, всех тех, кого вьюга застигла в дороге. Везет не в казарму, а в собственный дом, велит обогреть, накормить, обустроить. Мы с мамой давненько успели усвоить, что папа для всех был надежным щитом. И я понимала всегда, почему с почтением к нему относились солдаты. Ему, отслужив, слали письма ребята, как будто писали отцу своему. Исповедь. Я очень тороплюсь средь бесконечных будин. Синеокой колдуньей в стихах меня не называл, не летал на луну и не шел покорять полюса, на арктических льдинах с медведями не зимовал. Ты не супергерой, никогда не снимался в кино, не показывал мне Якогаму, Нью-Йорк и Сидней. Я не знаю за что, но люблю тебя очень давно, и любовь с каждым днем разгорается в сердце сильней. Ведь когда мы
тобой не боюсь ни напастей, ни бед. И за эти года я успела заметить, любя, что когда мы вдвоем, то для нас невозможного нет. И прекрасно, что сын наш во многом похож на тебя. Я долго понять не могла, в чем загадка любви. Не все ли равно, что за рыцарь окажется рядом? С тобою по жизни в дорогу его позови, и ты не одна. Ну а что еще в сущности надо? Но встретив тебя, я прозрела, озябшей душой, и это прозрение отныне во мне непреложно. Любовь не утеха, что рядом с тобой хорошо. Любовь – это мука, когда без тебя невозможно. Мелодия восторга и смятенья рождает дрожь в натянутой струне. А ритмы твоего сердцебиения волнением отзываются во мне. Когда ты смотришь на меня с улыбкой, когда в твоей руке моя рука, я чувствую себя концертной скрипкой, поющей при касании смычка. У меня за плечами и музыкальная школа, и художественная, и спецшкола иностранных языков. И поэтому, наверное, в душе я не могу себе представить себя без поэзии, музыки, живописи, скульптуры, архитектуры. Это мое. Я этим живу. И поэтому вот это, конечно же, мои стихи, они и находят отражение в стихах. Пока жива, во всем люблю глаголы. Успеть, придумать, сделать, обласкать. Я время на фрагменты расколола, в которых жизни смысл и благодать. Умру, и существительных немного останется для памяти родне. Кусты сирени белой у порога, стихи в блокноте, фото на стене. Наверное, наследство непрактично, но выскажу сентенцию свою, что суть у существительных статична. А я, друзья, динамику люблю, которую нам объясняли в школе, и потому скажу по существу, пишу стихи. А значит, я глаголю, а если я глаголю, я живу. Просторный зал в большом саду, что не спеша сбегает к морю. Спокойно, простите, просторный дом в большом саду, что не спеша стекает к морю. Спокойно через зал пройду, окно закрытое за шторю, ведь летний зной боится штор. Крыло приподниму роялю, на абрикосовый простор, как легкий парусник отчалю. Спущусь уступами к реке, где часто слышать удается, как море искренне звезде, волнуясь в чувствах, признается. А в дом вернувшись, загрущу и клавиши, лишив покоя, садовый шепот совмещу со страстным голосом прибоя. Натурщица. Так страшно быть натурщицей, когда не твой портрет рисуют, а икону.
и каждый жест твой, каждая черта должны светиться чистотой исконной. А ты боишься сравнивать себя и даже представлять на этом месте, чтобы людям сына смерть простить, любя, как подобает Господа невесте. Престижно быть натурщицей, когда твое лицо рисуют на иконе, когда твоя живая красота воплощена художником в Мадонне, и ты в картину зеркала глядишь, но видишь не себя, а Богоматерь, которая льнет, испуганный малыш, твой сын родной, но в нем живет Создатель. Натурщице быть радостно, когда ты чувствуешь свое родство с иконой, когда стоишь, не ведая стыда, и смотришь на нее завороженно, она тебя пленяет глубиной, в ней поражает линий безупречность. Тебе, Мадонне, женщине земной, Бог и художник подарили вечность. Ну и свое понимание живописи я вам покажу на примере трех стихотворений во втором томе, который открывается этой главой. Там очень много картин. Ну, они все прекрасно отпечатаны. Я думаю, те, кто будут читать этот сборник, получат удовольствие. Ну, я надеюсь, не только от стихов, но и от самих репродукций. А покажу я вам на примере таких картин. Александр Иванов. Явление Христа народу. Смотрите, люди, он идет сюда. И, кажется, мир замер в ожидании, на лицах изумление, ликование, сомнение, открытая вражда. Его приходом каждый поражен, и нет того, кто был бы безмятежным. Отныне мир уже не будет прежним, на до и после раскололся он. Придет Мессия, и не станет зла. И сам художник хочет верить в это. Недаром пишет он полоску света, что возле горизонта пролегла. Но публику не умиротворить, она иного жаждала сюжета. Она в картине, шквал, эмоций, цвета. Попробуй это все переварить, попробуй в это вникнуть и понять, а не с наскока оттолкнуть сурово. Да, люди оказались не готовы такую эволюцию принять, и потому художник охладел и кое-где не прописал детали. Иные мысли появляться стали, и он продать картину захотел. И осознал, работе не дано мир изменить, от зла его исправить. Ой, если б человечество исправить сумел единый взгляд на полотно. А как же с той полоской света быть? Она питает чаяния людские. Но надо ли ждать пришествия Мессии, чтоб самого себя преобразить? Спасибо. Иван Айвазовский, 9-й вал. Разбился наш корабль, а шторм все беспощадней. Накатывает он на нас завалом вал, а каждая волна мощнее и громадней, и между ними все короче интервал. Родившийся рассвет не дарит облегчения, лишь освещает он наш ужас и беду.
осталось мало сил и шансов на спасение, и горько на душе, и солоно во рту. Но где-то вдалеке уже восходит солнце, его прозрачный свет все воды пронизал, и оживает вновь надежда, что спасемся, что сможем пережить девятый страшный вал. В те дни, когда тоска стучится к нам в оконце, когда беда грозит ударить на повал, я верю, что вдали уже восходит солнце, что мы переживем любой девятый вал. И еще одна картина, которую я вам покажу сейчас, это Марк Шагал «Над городом». Что может быть прекраснее любви? Она влюбленных вознесла над миром, над церковью, домами и трактиром, и потому ее благослови. Влюбленные легки, как мотыльки, они летят им купол неба в пору, им безразличны скучные заборы, что все пространство делят на куски. Им ничего не нужно в этот миг, лишь быть вдвоем, принадлежать друг другу. А город снизу смотрит близоруко и думает, что он любовь постиг. Глава «Год быка» – это пейзажные зарисовочки о месяцах и временах года. Ведь это тоже время, в котором мы живем. Весна, как женщина, капризна, то в настроении, то в слезах. В ней есть избыток оптимизма и грусть вселенская в глазах. В ней все внезапно, все с наскока, с ней невозможно совладать. То вдруг нагрянет раньше срока, то заставляет ожидать и мечет громы, и в покое впадает в полузабытье. Но что-то есть в весне такое, что мы влюбляемся в нее. Апрель на излете, а солнца так мало, что сердце от серого неба устало, от частых дождей, заунывных и нудных, докучливых заболеваний простудных, от фирменных курток и стильных колготок, от всех опостылевших за зиму шмоток, нелепой политики международной, от этой весны, затяжной и холодной, устала и ждет в неуемной печали тепла, что синоптики нам обещали. А знаешь, дружище, мне стало воистину жаль уставшую осень, и я ее не подгоняю. Она старой лошадью медленно тащится вдаль, свое нежелание скакать на показ выставляя. Когда б ты нас видел, решил бы, что мы с ней родня. Мы рыжие клячи, которым галоп не по летам. И если бы жизнь каждый день не стегала меня, то я бы давно не держала свой хвост пистолетом. Да только судьба, наш возничий, куда-то спешит и злится, что мы столь медлительны и бестолковы, и скорости жаждет. Но осень, похоже, блажит, и еле идет, золотые теряя подковы. Привет, декабрь!
Я не ждала тебя, но раз пришел, бери бразды правления, введя драматургии в изумление, снегами, как стафитами слепя, начало зимней сказки положи, цветы на окнах серебром рисуя, и Шуберта симфонию большую сыграй на звонких клавишах души. Как режиссер, ты подведи меня к принятию морозных монологов, чтоб, убедив и красотой растрогав, представить пьесу завтрашнего дня. Глава, которая так и называется, про природу и погоду. Небо стало творожистым, влажным, стекает дождем, а земля принимает прохладную влагу в ладони. Дождь неспешно идет, мы с тобою куда-то идем под печальную песню, что он заунывно долдонит. Капли громким стаккато ритмично стучат по стеклу, по зонту. Ах, как все-таки славно без обуви шлепать по лужам. Помнишь, в песне дождя Моцарт тонко вписал красоту и подобие ритмов сердец и дождя обнаружил. И смывая всю грязь, все обиды, всю ревность и злость, дождь трепещет в руке, каждой каплей своей серебрится. Мы с тобою идем, и идет нескончаемый дождь, и слезами прощения и счастья стекает по лицам. Морской закат. А солнце, как дайвер, пылало восторгом в морские пучины, легко погружаясь. И было оно любопытным и зорким, и рыбки нисколько его не боялись. Они подплывали, виляя хвостами, лучи откусить у светила пытаясь, хватали его острозубыми ртами, а солнце смотрело на них, улыбаясь, и завороженная их красотою, мечтала о том, что пока вечереет, меж рыб поплывет золотою звездою и их хладнокровных немного согреет. Пурпурными водами дно устилая, все тише шипело, все меньше светило, но морю дарило себя, догорая, остыло, погасло и ночь наступила. Недавно я боготворила ночь, таинственность ее рождала сказки. Казалось, только взгляд сосредоточен на темноте, и ярко вспыхнут краски иных, недосягаемых миров. И прозвучит мелодия вселенной в прекрасном исполнении ветров над изумленной нашей ойкуменой. И стоит только ручку в руки взять, чтоб строки или ноты записать. А нынче я рассвет боготворю за то, что он денька и ночи между в моей душе подобно звонарю рождает негасимую надежду на то, что в бренном мире вспыхнет свет, и времени важнее в сутках нет. Настроение, стихи, которые как фотоснимки, фрагментарно выхвачены какие-то мгновения жизни, ну и запечатлены в строчках. Она
неспешно шла и улыбалась, поддерживая свой большой живот. И в такт ее шагам легко качалась вся синева заоблачных высот. Она к себе прислушивалась чутко, но опасения просто уловить. Так ходят те, кто каждую минутку боится что-то хрупкое разбить. Движения осторожны не случайно, глаза полны загадочных огней, как будто бы она, владея тайной, не торопилась говорить о ней и берегла живот свой, как посуду из самого тончайшего стекла. Шла женщина и радовалась чуду, и новую вселенную несла. А Бог творил, работой поглощен, он представлял прекрасное создание, и воплотить в нем постарался он всю красоту и прелесть мироздания. Глазам дал блеск и свет небесных звезд, окрасил щеки нежностью рассвета, а чтобы вид не оказался прост, вплел в золотые косы запах лета. Коралла алый цвет придал губам, а кожу сделал матовой и нежной. В свое творение Бог влюбился сам. Развязка оказалась неизбежной. В процессе вдохновенного труда Творец смешал все то, чем жизнь богата, но смесь ингредиентов иногда нежданные приносит результаты. И женщине, дав душу, Бог яснее почувствовал внезапное блаженство, поскольку осознал, что только с ней у мира появилось совершенство. А солнца нет, и даже не видны его лучи сквозь облаков завесу. Давай с тобой затеем печь блины, не потеряв, однако, интереса к тому, что нужно в этот хмурый день добавить ложку сладкого варенья. Но с пирогами мне возиться лень, а вот блины как раз под настроение. Уже шкварчит в горячем масле блин, на сковородке кувыркаясь смело, а пахнет так, что небо исполин к нам сквозь окошко заглянуть успело. Видать, глотает слюнки небосклон, коль солнца нет, ему блинов охота. Вот подрумяню блин со всех сторон и зашвырну в небесные высоты. Ну, а сейчас мне хочется предоставить слово Илье Искандировне Бегеевой, пригласить ее к инструменту. Дорогие друзья, поэзии и поэтичного отношения к жизни. Здесь собрались сегодня именно такие люди. Я вас всех поздравляю, что после всех этих медицинских ограничений мы снова можем подпитывать друг друга, как вы слушаете, как мы слушаем, подпитываем автора, правда? Окрыляем, хочется творить, в дальнейшем писать, и вы тоже сегодня подпитываетесь. От всей нашей большой областной ассоциации композиторов хочу сказать, что с одной стороны открываешь томик Некрасовской, а каждая поэтически завершены и самодостаточны, вроде не нуждаются в музыкальных воплощениях, но пальцы в одной руке не хватит, какие разные по опыту, вкусам, жизненным устремлениям композиторы обращались к творчеству
Людмилы Некрасовской, и появлялись и драматическая баллада, и романс о любви, и социальная, патриотичная какая-то лирика. И это только в моем творчестве. У меня только вот, и оперная сцена, театральная большая оперная сцена, несколько стихотворений Людмилы объединила. И в то же время, как настоящий мастер, она умеет писать просто, и рождается самый популярный жанр, жанр песни. Песня матери – это колыбельная. И сейчас колыбельная прозвучит. Или мне выполнить сначала? Сначала, да. Сначала колыбельная. Да. Или выполнить? Все равно. Нет, сначала колыбельная. Сначала колыбельная, а потом официальный дом. Да, хорошо. Музыка меча. Колыбельная, замечательные стихи Людмилы Некрасовской. Окунаемся в детство. Композиторов за вагомий внесок у музичну культуру України багаторічну натхненну працю поета, просвітницьку діяльність. Я лично какие-то библейские откровения только благодаря Людмиле открыла. Уже, так сказать, дожив до седых волос. Зашел отдельно. Так что просвітницька діяльність не просто слова. На лице. И в зв'язку нічим з дня народження. Ну,
можно я, раз я дорвалась до сцены? Завтра в 12 в консерватории, зал на 4-м этаже, лифта нет, извините, мой авторский концерт, и там ребеночек наш с Людмилой, общий ребеночек, тоже будет звучать в сопровождении в 12 в полдень. Завтра в консерватории в полдень. Вот, так что детки наши работают. И я надеюсь, всех окрыляют. Всем окрыленного, вдохновенного настроения. Итак, Лилия Искандеровна открыла новую главу, спев колыбельную. И, конечно же, в двухтомнике нельзя было обойти стороной наших деток и не посвятить им несколько строк. Там есть разные стихи, но я вам покажу продолжение темы «Развеселый огород». Вы ее слышали в предыдущих книжках, а это она продолжилась. Фасоль. Разобрался я, в чем соль, любит музыку фасоль. В имени ее подряд нотки фа и соль стоят, да и вид ее все знают, нотку нам напоминает. Морковка. Кто скажет, за что так морковке неловко? За что постоянно краснеет морковка? Она ведь красива, вкусна и хрустит, всегда возбуждает у нас аппетит. Когда мы побольше узнаем о ней, покажется блюдо с морковкой вкусней. Кукуруза. Мне по нраву кукуруза, я бы ел ее от пуза, до того вкусны и сладки кукурузные початки. Из нее и хлеб пекут, и в салат ее кладут. А в Америке давно все попкорн едят в кино. Согласитесь, славно ведь есть вкусняшку и худеть. Ну и заключительная глава этой книги. Это у меня уже несколько книг. Когда они заканчиваются, стихотворные сборники заканчиваются прозой. И вот я небольшой рассказ вам прочту. «Родная душа». Стоп! Режиссер хлопнул в ладоши. Андрей, черт побери, ну где ты стоишь? Почему ты не в толпе? Ты нищий Том Кенти со дня, со двора отбросов. А вокруг тебя такие же поберушки, с которыми ты вырос, бегал в запуске, валялся в грязи. В каждом из них ты должен ощущать родную душу, ведь ты для них свой. Не стой отдельно, не строй из себя принца Уэльского, еще не время. У тебя должен быть вид мечтательного оборванца, а не мажора. Почувствуй себя нищим, представь, как ты на мусорниках общаешься с бродягами. Вживись в роль, наконец. Татьяна, ну ёшкин кот, ты по сценарию любящая мать, ты сына должна подкармливать, но главное делать это скрытно. Убери хлеб со стола, найди для него укромное место, и только когда Том появится, достанешь краюху и незаметно отдашь каждому сыну. Уловила? Уловила. Только вид у сына не больно-то голодный, огрызнулась женщина. Режиссер снова сердито хлопнул в ладоши. До завтра все свободны. В театралке Андрей не блистал, но и бездарным не был. А когда пришел в театр, мама, жаждавшая видеть в красавчике сыне звезду, задействовала все свои связи для обеспечения ему стремительного взлета. Но отношения с коллективом у молодого артиста не сложились. Коллеги догадывались, что главную роль Андрей получил потому, что на режиссера надавили сверху.
Атмосфера отчуждения угнетала молодого артиста. И хотя он понимал, чего хотел от него режиссер, на сцене чувствовал себя скованно, не импровизировал, не подыгрывал коллегам. Однако отказываться от роли не собирался, несмотря на глухое неприятие за братьев по цеху, которое считал причиной своей зажатости. «Ничего, я всем покажу, чего стою», – с обидой думал Андрей. «Вот только как себя представить нищим, если не только нищеты, а недостатка ни в чем не знал? Как найти родную душу, если они меня всерьез не принимают? Да и что значит родная душа? И как житься в роль? Вжиться?» – повторил он взволнованно, озаренной догадкой. «А ведь режиссер прав, надо реально прожить, испытать, запомнить эти ощущения». И не смыв грим, и не переодевшись, он направился к выходу из театра. Открывая тяжелые двери, заметил, что продолжает сжимать в кулаке хлеб. «Специально черствый дала», – зло подумал о Татьяне. Осмотрелся, ища глазами урну, и, увидев большую рыжую собаку, кинул горбушку ей. Проспект, как всегда, был оживленным и шумным. Андрей любил гулять по нему, чувствуя на себе восхищенные взгляды девушек и безразличные или завистливые взгляды парней. Но сейчас молодой человек в лохмотьях из другой эпохи, с вымазанным, не весь чем лицом, встречным казался пьяным или наркоманом. Люди смотрели на него с опаской, отходили подальше, некоторые, не сдержавшись, ругались. Недоумение, страх, брезгливое отторжение, которое читалось в их глазах, были мучительны и обидны. Такого унижения он прежде не испытывал. Мимо прошла женщина с ребенком, во все глаза смотревшим на нищего. Актер услышал: «Мама, а чего он такой грязный и порванный?» «Наверное, он лодырь, не работает. Вот денег на одежду и нет». Юношу будто током стукнуло. «Вот же коза! Эта тетка обо мне ничего не знает, а по внешнему виду выводы сделала совсем, как я прежде. Ведь и я людей по одежке принимал, а в большинстве думал, как о неудачниках или лентяях, не уважал их, насмехался. А им, наверное, было обидно, как мне сейчас. Надо же быть таким идиотом». Чувствовать на себе колкие взгляды стало невмоготу, и Андрей свернул с проспекта во двор многоэтажки. Напротив углового подъезда стоял мусорный бак, в котором два бомжа, переругиваясь, методично перебирали отходы. Еще не зная, о чем с ними говорить, актер направился к ним. Вид Андрея вызвал у бездомных подозрительность и агрессию. «Знаете, друзья», – начал он, но сильный удар кулаком в лицо заставил его упасть. «Это наш бак! Вали отсюда, пока цел!» – сказал ударивший Андрея бомж, и они продолжили перебирать мусор. Юноша с трудом поднялся. Перед глазами мелькали разноцветные круги, губа была разбита, и во рту ощущался вкус крови. Только сейчас он подумал об оставленном в гримерке костюме, в кармане которого лежал свежий носовой платок. Артист попытался вытереть кровь тыльной стороной ладони, но только размазал ее по и без того грязному лицу. «Попросить бы у кого-нибудь платок», – подумал Андрей и осмотрелся. В глубине двора стоял киоск, над которым красовалась вывеска «Свежий хлеб». Какая-то женщина рассчитывалась с продавцом за покупку. Боясь, что она уйдет, Андрей побежал к ней, намереваясь попросить платок. Но та, увидев бегущего на нее грязного, окровавленного нищего, испугалась так, что, выронив купленную булку, бросилась на утек. Из киоска выбежал продавец, оказавшийся здоровым детиной. С криком «Что ж ты, мразь, людей пугаешь?» он ухватил актера за грудки и отшвырнул так сильно, что юноша отлетел к ближайшему дереву и, стукнувшись о него спиной, сполз на землю. Какое-то время он сидел, опустив веки и привыкая к тупой боли в спине. Внезапный шорох заставил его открыть глаза. Перед ним стояла большая грязная рыжая псина с вырванным куском шерсти на боку. В зубах она держала булку.
Артист узнал собаку, которой у театра бросил хлеб. А булка, наверное, та, что женщина выронила, подумал он. Увидев, что человек, открыл глаза, собака подошла и аккуратно положила булку ему в руку. Юноша опешил. «Это мне?» В собачьих глазах читалось сочувствие. Больно закололо в груди, на глаза навернулись слезы. Как сейчас ему, всячески униженному, нужны были эти сочувствия и поддержка? Как нужна была рядом родная душа? Он разломил булку надвое и притянул половину собаки. Та доверчиво взяла хлеб с руки. «Как же все оказалось просто!» – шептал Андрей. «Родной становится душа, с которой ты готов делиться. И неважно, последним или единственным, хлебом или заботой. А добро нужно делать первым, тогда оно возвращается». И, погладив псину, юноша прижался к ее теплому боку, пряча в грязной шерсти мокрое от слез лицо. Потрясающе. Я и представила вам вот этот двухтомник. Теперь вы имеете о нем представление. Ну, и я надеюсь, что я вас заинтересовала тем, чтобы вы прочли его целиком, а не фрагментарно, как я вам показала. Но меня за годы выступлений сложилась такая традиция, представляя новую книгу, показывать слушателям и то, что написано уже после нее, то, что войдет в следующий сборник, с тем, чтобы читатель ждал эту книжку. И я хочу показать вам небольшую поэму, которая называется «Вера». И посвящена она Вере Лотар-Шевченко, выдающейся пианистке. Она дочь профессора, француза профессора Сорбонны и испанки-пианистки матери. Родилась в Турине. С детства проявляла интерес к музыке, окончила Венскую и Парижскую консерватории, объездила с гастролями практически всю Европу, имела огромный успех, а потом встретила и полюбила Владимира Шевченко, который был инженером-акустиком и работал в то время Парижа, и стала его женой. Супруги вместе вернулись в Советский Союз, поскольку Владимир хотел, чтобы жена разделила его любовь к родине. Ну, а что произошло дальше, вы узнаете из поэмы. Эпиграфом к ней взяты слова самой Веры Лотар-Шевченко, выгравированные на ее могиле в Новосибирске. Жизнь, в которой есть Бах, благословенна. Родиться в Турине, в семье, где отец был ученым, в Сорбонне профессором, и пианисткою мать. С младенчества в музыку быть всей душою влюбленной и жизни без звуков чарующих не представлять. И в консерваториях знатных, в Париже и Вене успешно учиться, концерты давать без конца, чтоб музыка, словно огонь, разгоралась на сцене и плавились в ней от восторга людские сердца. Игрою суметь покорить мировые столицы, вернуться в Париж, а потом на одной из премьер увидеть его и навек всей душою влюбиться, женой ему стать и приехать с ним в СССР. Ведь муж так гордился своей любимой страною, так счастлив был тем, что отчизне супруги нужны. Хотел, чтоб страна его, бывшая самой родною, такой же родной и любимой была для жены. В семье
Словно в музыке счастье зависит от лада. А лад был мажорным, завидовал кто-то ему. Беда накатила. Любимого вызволить надо, ведь оговорили супруга, он брошен в тюрьму. Твердить в кабинетах, что он никакой не шпион, что он патриот, выполнявший отчизны приказы, кричать, понимая, что беден ее лексикон, и плакать по-русски, вставляя французские фразы, искать справедливость и видеть, хитра западня, и сколько ни бегай, а правды добьешься едва ли, в отчаянии выдохнуть с ним, арестуйте меня. И этого слова хватило, чтоб арестовали. Потом 10 лет отработать на лесоповале, где по вечерам, чтобы помнили музыку руки, барачную тумбу представив концертным роялем играть, слыша в стуке Бетховена нежные звуки. И зычки ценили упорную эту натуру. И стуком ее, как прекрасным концертом, внимали. Из дерева тайно ей сделали клавиатуру, чтобы руки больные сноровки своей не теряли. Зато надзиратели злые над ней издевались. Один бил по пальцам наганом. Играть захотела, а хрупкие кости от хлестких ударов ломались. Деревья валить, вот твое, мразь французская, дело. Не плакала, слыша, что мужа уже расстреляли. Узнав, что сынишка погиб, погрузилась в работу. Лишь реквием Моцарта так безутешно играли артритные пальцы, с трудом попадавшие в ноты. Разбитые руки отнюдь не преграда культуре, а музыка снилась и выжить в аду помогала. И на деревянной, подаренной клавиатуре она вечерами для зэчек концерты играла. Прошло 10 лет, но она не сдалась, возмужала. Ее отпустили, хоть вражьим считали агентом. Искать музыкальную школу она побежала, чтоб встретиться там с дорогим для души инструментом. Просилась играть. А когда прикоснулись к роялю от тяжкой работы ее огрубевшие руки, заплакали люди, что у инструмента стояли, услышав внезапно чарующие светлые звуки. Ее взяли в штат иллюстратором с мизерной ставкой, ведь к детям ее допустить не могли по закону. Немного спасала от частных уроков добавка, она позволяла не думать про страшную зону, а только играть. Но душа так концерта хотела, что ей показалось, судьба распахнула объятия, когда, экономя на всем, она все же сумела купить для своих выступлений концертное платье. Концерты ее были редкие. Коллеги твердили, которых она превзошла музыкальным талантом, что, дескать, играет она в неприемлемом стиле, а нужно играть так, как принято среди музыкантов. Случайно попал на концерт журналист из столицы и был поражен исполнением, репертуаром, и так написал, что сумела страна удивиться таланту ее и судьбы бесконечным ударом. Потом, чтобы прослушать, ее в Ленинград пригласили. В комиссии было достаточно небезразличных. Прониклись игрою и тотчас вердикт огласили. Концерты давать разрешается в залах столичных. Жить в Новосибирске, с гастролями быть в Ленинграде, играть на московских, немало увидевших сценах. И были концерты сродни величайшей награде, овации публики, ярче камней драгоценных. А консул французский сказал на одном выступлении: «В Париже и славы побольше, и денежных знаков. Хотите вернуться?» Ответ повергал в изумление: «Зачем возвращаться, коль зритель везде одинаков?» И снова гастроли, концерты, различные сцены – и сердце, открытое музыкой, всем нараспах. И вера, что жизнь, без сомнения, благословенна, когда в ней присутствуют
Моцарт, Бетховен и Бах. Спасибо. Ну вот я вам представила и новую книжку, и немножко приоткрыла завесу того, что будет в следующей. Я очень благодарна вам за то, что вы, несмотря на погоду, пандемию, пришли сегодня на нашу встречу. Мне это очень дорого, очень трогательно. Я вас всех люблю. Ну, если кто-то что-то хочет сказать, милости прошу. Если потом кто-то захочет приобрести, книжки есть, пожалуйста. А когда уголек будет? Это зависит не от меня, а от университета. Когда университет пригласит студентов, я думаю... Вы нам нужны. Я думаю, что эта пташка заслуговывает на то, чтобы и про нее песню написала. Правда, ну, я помню, была та Куджава, весь час, как то кажуть, ганали за то, что... Що ти співаєш під ту гітару? Та ні голосу, ні слуху. А другий каже, та він просто вірші під гітару розказує. Так от, і я вам зараз пісню про Людмилу написав. От, музика Сергія Чекаліна називається «Береза». От, наберете в браузер, послухаєте, як не оркестр. От, ну тут є такий, типа. Епіграфа першого куплета не знаю, бо пані Людмила все-таки на якийсь час стала мені музою. От, тому мене ти, музо, легкокрила, не покинь. Натхненням пестять хай вуста твої. Теплом, не наче пісні, ніжна щемінь. Ласкавим променем, як сонечко з-під вій. Ну а далі йде приспів, що у Людоньки ж вірші сяйво кришталю душі, ніжність, мудрість і печаль, рідна краю синя даль. Наче мавка лісова до вінка свого слова назбирає і вплете в мережу куплет. Завмирає серденько від слів вуст Людмиленьки. В голові туман іщем, наче під сліпим дощем. Закружляв би між беріз, взяв до рук, та в рай поніс, слухав там її слова. Чарите, розрив трава. Ну, приспів, бо Людмиленькі вірші, сяйво кристалю душі. Тісонький беріз, пишне зело, сік весняних сліз, милого тепло. На усе життя в себе всотала, за вишневий квіт душу віддала. Ну, і приспів, і Людмиленькі вірші. Розчинилась в тім краю у березовім гаю, з вітру хмар бере слова, надихає і трава, всім дарує цю красу, хоч не лише радість, сум тисне серце, сповива, і пісня родиться нова. Бо життя ж таке, іноді гірке, вірність же й любов нас підносять знов, як Людмиленькі. Браво, браво! Оформлення взяв перше місце на конкурсі дитячих ясел і дитсадків. Ну що, і я вас всіх люблю. Спасибо вам. Спасибо. Это...